Как сообщалось ранее, на объединенном хвостовом хозяйстве медной обогатительной фабрики и медной обогатительной фабрики 2 Алмалыкского горно-металлургического комбината был построен новый кольцевой водоприемный коллектор номер 4. Данный объект, возведенный согласно постановлению президента Республики Узбекистан от 30 сентября 2018 года о мерах по реконструкции и стабилизации производственных мощностей АО «Алмалыкский ГМК», имеет большую значимость в технологическом процессе. В частности, строительство на объединенном хвостохранилище номер 2 с магистральным трубопроводом кольцевого водоприемного коллектора 4 позволяет продлить срок эксплуатации объединенного хвостового хозяйства обогатительных фабрик ГМК в условиях увеличения объемов переработки. Как известно, никакая промышленная отрасль не может обойтись без воды. С увеличением объемов производства потребность в воде также возросла. В связи с этим в настоящее время, согласно плану, утвержденному техническим производственным советом АГМК, ведутся работы по прокладке промышленного трубопровода номер 3 от КВК-4 до фабрики протяженностью 17 км, диаметром 1020 мм. Данные работы осуществляются подрядной организацией Great Builders. Если ранее из хвостохранилища номер 2 на фабрику через две трубы диаметрами 1200 мм доставлялось до 9000 кубометров технической воды в час, то после завершения прокладки трубопровода эта цифра достигнет 13500 кубометров в час. В настоящее время для доставки технической циркуляционной воды на фабрику функционируют 3 из 10 насосов. После прокладки будут работать 5. Как рассказывает специалист Great Builders Бахтиёр Кадыров, работы по прокладке трубопровода завершатся в конце этого года.